буквальном переводе с немецкого «Meister Singer» означает «мастер-певец». Эти, как бы сейчас выразились, авторы-исполнители, принадлежавшие к сословию ремесленников, появились в богатых германских городах в конце 13 века. Больше всех славился своими «мейстерзингерами» Нюрнберг. До нас дошли сотни имен, но прочное место в истории литературы завоевал себе один из них – Ганс Сакс. Нюрнберг – самый германский из германских городов. Если есть возможность посетить только один город страны, то Нюрнберг, пожалуй, правильный выбор. Помимо красоты и уюта, исторически наглядная попытка устройства жизни по законам разума и логики. Полномочный представитель Нюрнберга – сапожник и поэт Ганс Сакс. Идея ремесленничества всегда господствовала в Нюрнберге. Сейчас, понятно, кустари-умельцы скорее показные, туристические. А в эпоху Возрождения, во времена Ганса Сакса, нюрнбергским мастерам было все по плечу. Они без преувеличения занимались изготовлением жизни, всех ее областей. Ганс Сакс был знаменитым сапожником и еще более прославленным стихотворцем. И то, и другое было для него ремеслом. Это случай не единичный. История сохранила нам имена пекаря Нахтигаля, кузнеца Цорна, ткача Нуненбека. Это все были мейстерзингеры, которых возглавлял Сакс. Мейстерзингеры – те, которые сочиняли стихи и распевали их на свою же музыку. Современное сочетание нового времени «цех поэтов» – всего только метафора. А тогда это был действительно цех. И «Майстерзанг» – песня мастера – была так же почетна, как «Майстершу» – ботинок мастера. И то, и другое носилось с достоинством. Поскольку поэзия была производством, гордились не только качеством, но и количеством. Ганс Сакс написал 6 тысяч произведений, 500 000 стихотворных строк, в 4 раза больше, чем Евтушенко. И словно для того, чтобы окончательно придать поэзии характер ремесла, Ганс Сакс маркирует свои стихи, подобно тому, как он маркировал свои изделия, ботинки, и как это делают современные сегодняшние ремесленники. Стихи Ганса Сакса всегда заканчиваются словами «Ганс Сакс в том заверяет вас» или «Ганс Сакс о том и говорит». Клеймо мастера, подпись мастера. Также поступали и другие мастера, выдающиеся ремесленники Нюрнберга. Вот как Петер Фишер, скульптор в церкви Святого Зебальда. Создавая гробницу святого, Фишер изобразил и самого себя с задней стороны, глубоко упрятав, в рабочей одежде, но все же в компании исторических лиц и персонажей Священного Писания. Мейстерзингер и Сакса собирались в церкви Святой Марты у Королевской башни.
Музыка здесь не прекращалась никогда. Продолжается и сегодня, только во времена Ганса Сакса здесь господствовало хоровое пение. Мейстерзингеры читали стихи, устраивали спевки и сами для себя разрабатывали табуатуры, своды правил, подлежащих неукоснительному исполнению, при этом внимательно следя друг за другом. Одержимые стремлением к прекрасному, они придумывали для своих вивисекций живописные названия. У них были красные, синие, зеленые тона, радужные, розмариновые, соловьиные напевы, бумажные и чернильные мелодии, лимонное цветение темы. Сапожник Ганс Сакс и его друзья изготавливали колодки по размеру для каждого душевного движения. До 15 века в Мейстерзанге допускались исключительно религиозные темы. И только во времена Ганса Сакса мейстерзингеры начали писать на светские, а порой и фривольные темы. Но предписания табулатур при этом оставались все такими же жесткими. Нарушивший их рисковал быть навсегда изгнанным из певческой корпорации. Столетия спустя чрезмерная зарегламентированность привела к гибели жанра мейстерзанга. Стихи Ганса Сакса и его биография в Нюрнберге в распоряжении каждого. И уж, конечно, здесь, на центральной площади, в книжном магазине, старейшем во всей Германии. Знакомиться с мейстерзингерскими правилами – занятие довольно неуютное. Эти умельцы, загоняя поэзию в жесткие рамки, предусматривали за нарушение предписаний и наказания, довольно суровые. Такому наказанию однажды подвергся сам Ганс Сакс. Ему запретили на какое-то время писать стихи, оставив только занятие сапожным ремеслом. Кажется, Сакс не очень-то огорчился. Люди эпохи Возрождения умели находить себя в разных сферах деятельности. Образованнейший из сапожников, изучавший философию и греческий, обладатель богатой библиотеки, Ганс Сакс жил во времена, когда на его глазах тревожно и восхитительно менялся мир. Во времена Сакса только что открыл Америку Колумб. Васко да Гама, обогнув Африку, достиг Индии, совершил первое кругосветное путешествие в Магеллан. Во всем этом принимали участие и нюрнбергские мастера, даже заядлые домоседы. Изобретенные в Нюрнберге глобусы, нюрнбергское пушечное литье – все работало на те открытия и завоевания, которые сделали Старый Свет многоцветнее и разнообразнее. Как-то трудно себе вообразить, что современники Ганса Сакса не ведали многого из того, без чего нам нашу жизнь просто не представить. Табак, шоколад, помидоры, картофель, масса вещей от простецкой кукурузы до изысканного авокадо. Теперь все это продается на главной площади Нюрнберга, рядом со своими яблоками, огурцами, капустой. И здесь же выразительнейший знак уважения к труду, к занятию своим делом. Бронзовый памятник рыночной торговке Маргарет Энгельгард. Ничем она не знаменита, ничего не совершила. Просто честно и добросовестно торговала на рынке полвека. На рыночной площади самый изящный из нюрнбергских храмов – Фрауенкирхе, церковь Богоматери. Немецкая храмовая готика редко бывает
крепостной на вид. Обычно это нечто легкое, воздушное, стройное. Может быть, здесь, как нигде, наглядно вот это разделение между практической повседневной жизнью и жизнью духовной. Духовное – это всегда неутилитарное. Нюрнберг – баварский город, но Бавария – это северная, Франкония. Здесь сравнительно неплохие вина, а, стало быть, и кухня в столице Франконии полегче, поэлегантнее той хрестоматийной баварской, которая в Мюнхене и вокруг. Здесь даже колбаски изящные, так и называются – нюрнбергские. До десерта, то здесь у Нюрнберга сильный козырь. Всемирно знаменитое имбирное печенье Лебкухен. Перед Рождеством оно производится и покупается в невообразимо пугающем количестве. Многовековая традиция сильнее аппетита. Первое упоминание о Нюрнберге относится к началу XI века. Вскоре после возникновения город стал играть важную роль в торговле германских земель с Италией, что очень способствовало расцвету в Нюрнберге искусств, наук и ремесел. Из крупных немецких городов Нюрнберг первым присоединился к движению реформации и вышел из сферы влияния католического Рима. Лучший вид на Нюрнберг – с террас замка Кайзербург. Легко себе представить, что именно здесь Ганс Сакс сочинял свои строчки. Тут улицы проведены, отсюда все они видны. Их всех ни много и ни мало, 500 слишком нынче стало. А лишек 28 точно, и все-то вымощены прочно. Скрупулезно, подробно, сколько в городе часов, какие из них бьют. И дальше перечисления. Мосты, церкви, мельницы, ворота, бани, колодцы. Все в ритме, под музыку. Такой рэп 16 века. В эпоху великих открытий за этим стоял великий смысл. Ганс Сакс совершенно по-современному открывал для себя и своих земляков свой собственный город. Кто-то Бразилию, кто-то Мексику, а он Нюрнберг. Перечень кажется монотонным. Ученые называют это однозначными элементами мифа. Народ – заклинаниями. Перечислить и назвать – значит удержать, сохранить, навести порядок. У подножья замка Кайзербург – дом Альбрехта Дюрера. Одна из главных достопримечательностей Нюрнберга, что справедливо. Дюрер – величайший живописец Северного Возрождения. Но он слишком итальянец, слишком космополит, слишком человек мира, чтобы расписываться за Нюрнберг. Нюрнберг – это, конечно, Сакс. Плотный, основательный, домашний. Дюрер шире и Нюрнберга, и Германии. Разница между двумя нюрнбергцами хорошо видна по их отношению к женщине и любви. Ценитель прекрасного эстет Дюрер и Сакс. В одном из самых своих известных стихотворений он дает список женских прелестей. Их должно быть не больше, не меньше 18. Причем сгруппировано 6 по 3. 3 длинных, 3 мягких, 3 белых, 3 черных и так далее. Поэзия, музыка и красота – все сводится к формуле. Уроженец Нюрнберга Альбрехт Дюрер признан величайшим художником за всю историю Германии. В конце 15 века он открыл собственную мастерскую и стал делать рисунки, по которым его ученики изготавливали ксилографии.
Печатая значительное количество оттисков, Дюрер продавал свои гравюры по всей Европе. То есть он был не только художником, но и одним из первых в мире коммерческих издателей изобразительного искусства. Музеи игрушек есть во всех крупных немецких городах. Но Нюрнбергский таков, что с него стоит начать и им же закончить осмотр города. Здесь можно и нужно читать стихи Ганса Сакса, слушать песни мейстерзингеров. Здесь тоже все очень серьезно. В городе ремесленников игрушка не развлечение, а учение. Подготовка мальчика к профессии, девочки к домашнему хозяйству. Все не для детей, а скорее для взрослых маленького размера. Человечество очень поздно догадалось, что дети – это другие. Вообразить погружение со всем детским пылом в производственный процесс. Ну, например, коксование. Говоришь однокласснику: «Пойдем сегодня пококсуем». «Не, мать не пускает». Есть и нюрнбергская специфика. Начало и последствия. Игрушечный урок для взрослых большого размера. Попытку разумного устройства мира, то есть устройство по правилам, признанным единственно верными, которые не следовало обсуждать, а только повиноваться, такую попытку предприняли соотечественники мейстерзингеров через 4 столетия после Ганса Сакса. На окраине Нюрнберга нацисты устроили место для митингов. Только на трибунах помещалось 70 тысяч человек, на поле – 250 000. Рядом возвели дворец съездов на 60 тысяч человек. Все эти цифры – те, до кого должно было доходить прямое, как в доиндустриальную эпоху, слово. Подлинным же, настоящим адресом был весь мир. Конечно, нельзя проводить прямых параллелей и соответствий. В конце концов, мейстерзингеры пели песенки. А если и свирепствовали, то во имя нежных, веселых или драматических мелодий. Вот в 30-е годы 20 века под подобные песенки пытались переделать человека и человечество. Но не отделаться от мысли, что всегда, когда человек заносчиво полагает, что способен сам устроить жизнь по своим расчетам и планам, это кончается насилием. Хорошо еще, когда над музыкой. То есть тоже ничего хорошего, но хотя бы обходится без крови. А уж когда в расчеты входит все окружающее бытие, трагедия неизбежна. Из окна нюрнбергской гостиницы «Deutscher Hof» Гитлер излагал свои табуатуры. Нацисты избрали самый германский из всех германских городов своей идеологической, своей духовной столицей. Нюрнберг дорого заплатил за этот выбор. Это средоточие Германии, победившие союзники выбрали, чтобы провести в Нюрнберге, во дворце правосудия, процесс, на котором были вынесены приговоры лидерам нацистов, самому национал-социализму, и установлено отсутствие давности за его преступления. На сам город Нюрнберг возмездие обрушилось еще раньше, 2 января 1945 года, ударом союзной авиации. Все то, что украшало город до и украшает теперь, разом перестало существовать. Нюрнберг был разрушен почти полностью. Не часто так бывает в истории, чтобы столкновение идеологий, способов мышления имело конкретную дату, когда
Одна часть человечества, вооруженная смертоносными доводами разума, доказывала свою правоту другой части человечества, тоже вооруженной своими доводами разума. Нюрнбергские церкви прекрасны. Но более того, они чудесны в самом прямом смысле. Восстановить мощную и воздушную готику из груды щебня – настоящее чудо. Во многих храмах по стенам развешаны фотографии до и после. Кажется, что такого быть не может, но церкви стоят. В 1945 году Нюрнберг подвергся массированным налетам англо-американской авиации. Суммарная мощность сброшенных на город бомб сопоставима с 3 атомными взрывами над Хиросимой. Были разрушены 90% городских зданий. Чтобы Нюрнберг обрел свой прежний вид, понадобилось 20 лет. Дом Ганса Сакса был полностью уничтожен 2 января 1945 года. На его месте новый. Было 2 этажа, а стало 4. Вдвое лучше. Плюс водопровод, канализация, электричество, телефон. Строительство жизни продолжается. Эти кварталы, как, впрочем, и весь нынешний Нюрнберг, либо стилизация под старину, либо нечто соразмерное городу и его истории. Уже в наше время о Гансе Саксе в Нюрнберге вспомнили снова, построив фонтан с сюжетами на тему супружеской жизни, как ее вполне критично трактовал Сакс. Ганс Сакс пляшет над своими страшненькими персонажами. Сам-то он был человек позитивного мышления. Не зря Вагнер, одержимый поисками положительного героя, возвеличил Ганса Сакса в своей единственной нетрагической опере, которая названа «Нюрнбергские мейстерзингеры». А у Сакса есть сочинение «Извлечение дураков», где врач с помощью щипцов и скальпеля одну за другой вытягивает из пациента порочные наклонности и глупости. Врагами Сакса были пороки и дураки. Он был уверен, что с ними можно справиться при помощи науки и убеждения. Весь Нюрнберг – урок истории наведения порядка в мире, в стране, в городе, в себе. Полтысячи лет назад Ганс Сакс любовался родными местами. От мала до велика весь народ, что жительствует здесь, смышлен и трудолюбия полон. Ну что может происходить с таким народом? Приобретает свой доход и припеваючи живет. Золотой век по Саксу не в прошлом, не в будущем, а всегда и только в настоящем. Сейчас и здесь. Oh,